Всем привет, с вами Данте. Это, так скажем, мое прохождение как из Skyrim, или летсплей, или выполнение чивок, написанные вами. Увидим. Так, шерсть. Так, значит, первое, что мне надо сделать, это что? Во-первых, мне надо добыть всяческих ресурсов, например, ту же землю, то же дерево, потому что... Так, а где-нибудь вверху? Да, вверху нет у меня воды. Так, надо какой-нибудь блок пониже спрыгнуть и там сделать, чтобы вода текла. Блин, вода очень блюд разбил случайно, понятно. Так, предложил один пользователь, который захотел остаться анонимным, не хочет он славу, понимаешь? Блядь! Ладно, продолжим. Ну мне яд не везёт. Ладно. Окей. Так. Окей. Оп! Блин! Вода, включись. Окей, вода, сейчас включим. Вода, включись. Ура, вода включилась. Конечно, снимаю, кстати, я сейчас общаюсь по радикалу с одним из моих подписчиков, только он сейчас, так скажем, общается посредством чата, я с ним общаюсь под средством своего поганейшего голоса. Так. Да, полетали. Что-то у меня летать больше не хочется. Так, кстати, если я, наверное, забыл сказать то, что не забудьте написать ачивки, которые я должен буду выполнить. Так, ну, скорее всего, первая ачивка это будет генератор камня. Он же генератор Cobblestone. Так, где мне камень добыть? Так, надо, во-первых, как-то расширяться. Так. Надо как-то, во-первых, наверное, наверх лезть. Хотя сейчас надо пособирать все, что есть внизу. Точнее, надо мной. Так, и сейчас падать. Очень будет весело, потому что я сам с киркой. Так. Оп. До угля не доберусь, кажется. Так. Хоп. Ну, с какой киркой я? Я с деревянной киркой, которая обычно идет. Так, значит, забиваем этот блок воды. Теперь у меня есть более-менее... А, ну, каменную... Это мне надо как минимум 3 булыжника. А у меня только один булыжник. Так. Кстати, я, в принципе, буду теперь, если все-таки
будет побольше количество подписчиков сидеть в основном в радикале, то я буду в основном в таком виде снимать, возможно, в летсплее. Так, блин, песочек там вверху. Это мне... Так. Слава богу, что это долбанный воду активировал. А там сейчас бы... Хотя... Ну, пусть... Так, железо. Ой. Так, уголь. Это что у нас? Уть! Куда? Блин, улетел. Улетел у меня поршень. Без меня. Меня поршни тоже, конечно, не любят. Так. Сколько там еще блоков вниз-то? Еще много. Так, дерево. О! Сундучок. Оп! Допрыгни, не допрыгни. Оп! Так, чё в сундуке? О! Алмазный нагрудник. Камень, саженец, ведро лавы. И... О, оказывается, у меня там еще что-то. Так, господи, надо. Ой, ё, твою мать! Так, надо немного установить. Скажи, сколько лет просто вот, типа, без полива там, не знаю, 20? Чё 20? Сколько мне лет, что ли, сказать? Лет? Зачем? Ну. Так. Зачем возраст знать людям? Только... Нет, я это тебе скажу, когда я буду... Так. Вне видео заниматься, когда уже в Skyrim там. Так, значит, да куда? О, так это, а это другой сум, а да это так деревянный меч, железные поножи, овый куб, земля, саженец и часы. Е-е-е. Так, у меня сколько камней? 3. Точнее, капусту. Так. Так, 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 так. Рядом с водой? Отлично, рядом с водой! Мазафака. Так, собираем сундучок. Отлично, сундук взять. И тут еще один сундучок. Не очень так близко, но не очень далеко. Так, теперь тут спрут. 13 булыжника, еще один саженец и палочка. Так, то есть... А, сколько я время снимать буду? Ну, до 3. Это значит сколько? В общем, где-нибудь, может, 20 минут буду снимать. Так, значит, где моя там эта хреновина? Платформа. Я что-то ее потерял. Ну, по окончанию, наверное, водяного пути как раз будет понятно. Музычка заиграла. Так. Так, во-первых, что мне нужно? Мне, наверное, нужно сделать вокруг себя побольше землей. Наверное, я. Сделать маленькую дорожку. Так, и сейчас ночь. Я не знаю, скипнуть момент ночи или не скипнуть. Так, скипнуть. Сейчас будем. Так, значит, во-первых, уберу алмазное все. В общем, все, что может мне возможно пригодиться попозже.
Так, значит, у меня есть два саженца. То есть, мне надо уже сажать дерево. Хорош мне? То есть, мне надо сейчас что делать? Правильно, расширять. Во-первых, пока при помощи земли пространство. Булыжник использовать. А использую я булыжник, пожалуй, для печки, которая мне понадобится, потому что дерево-то... Так, мне уже пишет один человек из Радикова, то, что уже придумал ачивку. Давай, пиши, какая ачивка. Так, значит, дерево. Так, значит, деревянный меч. Оставить, не оставить, ладно, уберем. Так, 43 переполненного камня. Блин, у меня рука левая болит после вчерашней работы. Сделать платформу для спавна мобов. Не рановато. Потому что мне платформу-то делать еще как бы рановато. Хотя бы потому что потому. Так, динамит. Так. Так, что мне сделать, во-первых? Во-первых, надо посадить дерево, вырастить. Надо посадить дом, вырастить жену, убить сына и остаться довольным. После выполнения таких действий. Так, надо подумать. Так, внизу я помню, у него был еще третий сундук. Так уж, отправлюсь-ка я за ним пока что. Надо было, кстати, сделать каменную кирку. А, вот он, скелет! Скелет, привет! А вот хрен ты в меня попадешь! Хотя не, сейчас попадет. Ну да, почти. Знаю свою удачу. Так, это дерево? Да, это дерево. Ну чё, с такого стоять попадешь? Снайпер хренов. Ни хрена себе! Я, оказывается, вырубил. Так, надо, кстати, шерсть сейчас пособирать. Так, оп! Есть. Там есть контакт. Так, значит... Так, алмазный блок я уже... Ну, это не блок, а алмазы вижу. Кстати, наверное, самая хорошая ачивка была бы это найти алмазы. Так, это чё? Да, это снежный блок. Так, я вижу, там есть арбузы. Тыква. Дерево. Уголь. Господи, нихера чё есть? Ой-ой-ой-ой. Фу, вашу мать, я чуть не обосрался. Кстати, кисю... Тут, по-моему, в снежном биоме. Так. Постой платформу, чтобы хотя бы было место. Ой, ёб твою! Скелет падал, всё-таки достал. Блин, а! Походу, я пока скелета не грохну, я хрен пройду. Так. Чё мне делать? Как овальные бы школьники сказали бы снимать штаны и бегать. Но я воздержусь, пожалуй, от этой мысли. И вообще-то от этой идеи. Кажется, я только что шесть упустил. Вашу мать. Так, ладно. Поднимаемся. Еще. Так, это что? Это что, глина? Да, это глина. Блин, что-то мне показалось, вообще тут какие-то мобы появились странные. Блин. Слушай, голубь, тишина в студии звука и не звука записи.
Так. Кстати, да, надо генератор Cobblestone уже начинать делать. У меня лава есть. Так, а на каком уровне у меня скелет-то был? Вот я забыл. Проблема будет. Ладно, скелет, не бойся, я тебя найду и прибью, да. Хотя он, скорее всего, уже меня видит. Ты, скелет, ты где? Ой, ё! Я уже слышал его. Значит, он где-то тут уже. Ой! Ой, как весело! Ой, как весело застревать! Кажется, я от скелета все-таки удрапал. Так, сколько мне еще до верха-то? Чем много? Надо хотя бы как-нибудь выдвинуться, чтобы дышать было чем. Чуть я не упал. Я сейчас чуть кирпич не разил. Ух ты! Так. Значит, добавим. А, нет, добавлять не будем. Так, значит. Какие мысли у нас?